Компания «Сибур» объявила итоги шестого конкурса социально значимых проектов, который проходит в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В 2021 году компания поддержит 126 проектов в 15 городах России. Из этого количества 9 проектов будут поддержаны Муравленко, их представили 8 организаций. Гранты получат многофункциональный клуб молодежных инициатив, спортивная школа «Муравленко», фонд поддержки и развития предпринимательства, прогимназия «Эврика», детские сады «Непоседа» и «Солнце». Благодаря поддержке Сибура победители конкурса реализуют проекты по развитию городской инфраструктуры, продвижению новых технологий и практик в сфере образования, обогащению культурной жизни регионов, охране природы, популяризации спорта и физической активности.